Уникальный пермский коллектив привез в Казань два спектакля, объединенные грузинскими мотивами. Широко известный в Европе и в России пермский театр «У моста» представил зрителям музыкальные грузинские комедии «Мачеха Саманишвили» и «Ханума». Каждая постановка погружает зрителя в грузинский колорит. Искрометные комедии с национальными песнями и танцами создают атмосферу старой Грузии. В спектакле «Ханума» есть все, что ассоциируется со словом «Грузия». Песни, тосты, кавказский темперамент. Его действие происходит в старинном Тбилиси. В основе комедии лежит история маленькой эмеретинской деревни, где все живут одной большой семьей, пока овдовевший 70-летний Бекиней не задумал снова жениться. Как отмечают зрители, спектакль был наполнен шутками, неиссякаемыми жизнелюбием и особым внутренним светом, исходящим от жителей Кавказа. В этом году театру «Моста» исполнилось 35 лет. И когда этот театр задумывал, я решил, что это будет театр такой уникальный, единственный в мире мистический театр с классическим репертуаром. И мы ставим в основном классику, и классику ставим классически, что сейчас очень редко. Грузинский колорит постановки проявляется абсолютно во всем. Актеры театра глубоко и подлинно перевоплотились в грузин, так что зритель даже не замечает, как оказывается в старинном Тифлисе, чувствуя свежее дыхание из гор, слыша шум реки Куры и видя старинные колоритные домики, в которых жили в XIX веке. Сергей Федотов выхватил из людской памяти кусочек старого Тбилиси с резными балкончиками и садами, населив его веселыми и простодушными людьми, живущими сочно, ярко и открыто, уважающими друг друга и всегда отстаивающими свою честь. Наслышаны об этом театре. Очень много слышали, что очень знаменитый театр, да, много гастролирует. О том, что будет проводиться спектакль, нам сообщила наша классная руководительница. И мы всем классом решили сюда приехать, чтобы посмотреть его. Авторский театр «У моста», созданный в 1988 году Сергеем Федотовым, буквально взорвал театральную жизнь Перми, а затем и России яркими нестандартными спектаклями. Постановки Федотова являются, по сути, мостом между реальным и потусторонним, бытовым и мистическим, сознательным и интуитивным. Именно поэтому театр называют мистическим. Он сохраняет лучшие традиции русского психологического театра. Репертуар строится на сочетании лучших образцов русской и европейской классики, новейшей российской и зарубежной драматургии, а также театральных постановок и проектов, созданных на стыке разных жанров. В Казани 10 лет назад мы увидели, что здесь очень такой очень интересный театральный зритель, который как раз вот очень любит классику. И нас тогда очень хорошо принимали, и мы поняли, что этот маршрут будет у нас постоянно в гастролях. Мы узнали, что они приезжают в Казань. Мы тоже провели инициативу, чтобы одно из мероприятий проходило в стенах нашего прекрасного дворца. Связались с Сергеем Павловичем, прекрасным художественным руководителем театра. И, собственно, так произошла история. Мы очень довольны, что он также выбрал наш дворец культуры, потому что помимо нашего дворца он еще выступал в театре Куклики и Отцы, я не ошибаюсь. Вот, поэтому мы где-то и сами друг друга находим, как говорится, судьба свела нас. Ну вот в этот раз так произошло, что вот так мы сошлись. Отметим, что мистический театр «У моста» трижды номинант и лауреат национальной премии «Золотая маска», лауреат премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший региональный театр России», обладатель 45 гран-при зарубежных фестивалей, чемпион Индийской театральной олимпиады, участник 225 международных фестивалей. По рейтингу журнала Forbes театр «У моста» входит в десятку лучших театров России. Светлана Ситникова, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.